Знаменитые николаевские мажоры, которые почти год назад устроили массовую драку прямо на улице, сегодня спровоцировали ДТП. Буквально до вчерашнего дня они находились под домашним арестом. Сегодня срок меры пресечения истек, и сразу результат. Мажоры совершили обгон на перекрестке и подрезали другой автомобиль. Обе машины получили повреждения. Сегодня вечером должно было состояться очередное рассмотрение меры пресечения для дебоширов, но суд перенесли на завтра. Напомню, драка произошла в августе прошлого года. Сначала мужчины напали на таксиста, а затем избивали прохожих. 5 экипажей полиции не смогли с ними справиться и в итоге отпустили нарушителей. Дело открыли лишь после того, как оно получило общественный резонанс. Слышь, ты, свой телефон в очко засунь. И вы, желтый шорт. Да все, крепите его тоже.